Всем привет еще, друзья! Юрий Кот у микрофона, продолжаем играть в игру Шенсу Oxygen Not Included. И это 7-я серия, но правда второе выживание, потому что на первом продержались всего лишь 3 дня, 3 серии имеется в виду, но потом начали по новой, потому что был длительный перерыв, и после обновления, которое тоже было в этой игрушке, мы решили поиграть в нее по новой. Ну что, ребят, какая у нас тут ситуация? В принципе, вот будем заканчивать, наверное, еще один барак, 4-й, будем вызывать еще одного дупликанта из биопринтера. Наверное, построим еще туалет. Давайте посмотрим, что для этого необходимо. Обеденный зал, значит, тоже, кстати, можно. Общественная уборная вот здесь у нас есть. Давайте, в принципе, без проблем. Что только для этого необходимо, честно говоря, не ясно пока до самого конца. Значит, будем вот здесь вот пилить тоже какое-то помещение. И после этого что-нибудь уже... Можно сверху, кстати, сделать. Но обеденный стол, мне кажется, должен быть где-то поблизости ко всему тому, что здесь у нас с вами происходит. Это типа как один из вариантов. Я думаю, что так будет правильно. Вообще, можно было бы поставить вот здесь вот лестницу и вот прям вот здесь все это построить. Но строить я буду, наверное, где-то здесь. Поэтому возьмем с вами сейчас блок. Попробуем провести его, наверное, как-то вот так. Пока этого будет достаточно. Здесь возьмем, выкопаем полностью всю вот эту вот часть. Это наша руда, очень хорошо. Давайте посмотрим, как у нас дела обстоят со стрессом. У Девона 2%, у Ады 0, у Ашкана тоже 0. Слушайте, все нормально, все вполне себе неплохо. Массажный стол очень хорошо подействовал на наших колонистов. Ну что, давайте посмотрим, кто у нас выйдет из этого биопринтера, потому что 4-й человек нам, естественно, тоже очень нужен. Выбрать дупликанта. Выберите ДНК основу. Равен, Руби и Ари. Или Ари, или Ари. Я не знаю, как правильно произносится это имя, но давайте посмотрим на характеристики. Значит, у нас есть не очень сильный парень. Это Руби. Минус 3 силы, но зато плюс 6 творчества. Это очень хорошо. Так, качество еды плохое, ожидание по декору минус 5. Неплохо. Ожидание по декору у первого, у Равена, минус 30. Это не есть хорошо, но у него все по единице. Мне кажется, что это вообще бесполезный как бы чувачок, и на этом все заканчивается. Что значит лапшеруки? Руки этого дубликанта так же сильны, как и переваренная лапша. Минус 3. Понятно, видимо, из-за этого у него и минус. В космосе каждый может слышать твой храп. Храпуны нам не нужны, а вот брезгливость — это что? Дубликант очень брезглив и не способен оказать помощь больным. Не может выполнять работу, медицинская помощь. Мне кажется, что выбрать лучше его. Ожидание по декору 0, качество еды плохое, минус 2, реакция на стресс, страшный плакса. Но мы не позволим ему, достигать такого уровня стресса, чтобы он у нас плакал. Ну что, ребят, давайте, наверное, менять я ничего не буду. Напечатаем его. Вот он у нас появился. Вот такой вот симпатеныш. Отлично. Ну что, дружище, давай занимайся. Давайте посмотрим, как у нас дела тут с Супер ЭВМ. Что нам вообще нужно исследовать? Управление электричеством, приготовление еды, агрокультура, синтезатор удобрений, гидропонная ферма и холодильник. Вот, кстати, можно было бы ее тоже замутить. Давайте, наверное, поставим ее. Водопровод нужно будет учить. Но я, наверное, сначала выучу агрокультуру, потому что будем тоже делать какие-нибудь грядки, что-нибудь туда засаживать, а потом только изучим водопровод. Вести его сейчас пока все равно как бы некуда. У нас нет места, ничего больше нет. Приоритет зададим. Кто у нас хочет там сильно покопать? Мне нужно уже начинать делать что-нибудь интересное здесь. Так, все в девятках. Давайте, ребят, быстро побежали. Быстро, быстро, быстро. Не нужно тут сидеть. А куда новенький побежал? Что, срать уже, что ли? Как-то слишком быстро. Так, ты у нас кто? Девон. Окей. Так, вот он бежит. Это Ари. Куда ты бежишь и что ты будешь делать? Наверное, ты будешь помогать Девону. Замечательно. Давайте, наверное, с вами ускоримся. Пока они все это будут выкапывать потихоньку. Блин, нужно, чтобы они вон туда пошли и доделали еще одну спальню. Давайте, может быть, укажем по приоритету, что нужно делать еще и вот здесь. Основание. Вот так вот. Он побежит сюда, а сверху мы поставим кровать, чтобы уже было где спать 4-му члену нашей огромной космической семьи. Замечательно, смотрите, движуха пошла, но теперь нам нужно взять и поставить сюда куда-нибудь кроваточку. Ускоримся.
остановимся. Так, Ашкан заменяет. Отлично. Движение есть. Все, последний блок. И койку. Койку мы устанавливаем вот сюда. Отлично. Работайте, ребятки. Работайте на полную катушку, потому что без этого никуда. Приоритет девятка. Смотрим по еде. А 03-009. Ничего страшного. Давайте выставим Ари, что он вообще может делать и что он не может делать. Разрешено ей жареный мшистый батончик. Какая прелесть. Но нам нужно не в еде смотреть, а в работах. Значит, атака. Атаковать мы не будем. Будет выполнять работы массаж, да, это нужно делать. Кулинария, кстати, это самый высокий типа перк у него. Пусть, наверное, готовит. А кого же тогда убрать? Уберем, наверное, тебя по кулинарии. И пусть этим занимается Ари. Так, по творчеству, творчеством ты заниматься точно не будешь. Ашкан тоже творчеством заниматься не будет. И механикой он не будет заниматься. Еще он не будет заниматься, господи, механикой. Нет, массаж я оставлю, не надо тупить, Юрец. Сбор урожая уберем. А, блин, ну сколько здесь всего, видите, строительство ему оставить как бы было бы неплохо. Наука, не будет он у нас наукой заниматься, изготовление компоста. Но это как бы все можно, дезинфекции тоже пусть работает, чинить, обслуживание, вытирать, сбор урожая, убрать. Все, у нас есть с вами кровать, в принципе, наверное, вот так пока и оставим. Что здесь копать? Копать должны все, мне так кажется, потому что, ну, куда ж без этого-то, ёпта. Вот сейчас берем копать, ставим девяточку. И вот здесь вот так вот еще это все дело продлеваем. Замечательно. Почему только желтая, хер знает. Но вот сюда нужно установить еще блоки. Давайте мы их протянем. Вот так. Вот этот можно, кстати, взять, наверное, и отменить. Могу ли я отменить? Да, один блок отменим. И ставить, в принципе, тут пока ничего не будем. Кусок стены оставим здесь. Вот эту всю часть нужно будет убрать. Тут смотрите, нужно вот здесь вот покопать еще немножко. Все остальное мы с вами убираем. Все, движуха должна идти. Давайте смотреть, что у нас по кислороду. Ну, здесь немножко синенькое, это не так-то уж и страшно. Что у нас по освещению, понятное дело, нет. Карта температурного комфорта, все в порядке. Карта температур, тоже все вполне себе неплохо. Это у нас декор. Вот здесь, кстати, нужно будет разбираться с декорированием. Прям вот в аптечном пункте, потому что тут все красное. Давайте, наверное, установим сюда какие-нибудь картины. Декор, господи, где же ты? Где же ты, твою мать? Наука, мебель, пустые холсты. Да, давайте устанавливать прям, наверное, прям вот отсюда. Ну, туда мы все равно ничего не поставим. Интересно, две картинки хватит или ставить три картинки? Давайте две поставим вот таким вот образом. Если что, у нас останется место еще для третьей по центру. Пока пусть работает как-то так. Ну что, в принципе, норм. Хотелось бы, правда, еще построить пол для того, чтобы начать строить уже стены, типа устанавливать туда необходимое оборудование. Это очень-очень важная тема. Но что для этого нам необходимо сделать? Уборка, понятное дело, перво-наперво. Потом мы устанавливаем все-таки блоки вот сюда вот две. И, наверное, поставим сюда еще одну пневмодверь. Вот так вот. Все хорошо. Я очень сильно переживаю, что здесь вот такой вот большой промежуток. Может быть, здесь лестницу еще провести, типа, чтобы было две. Они же не могут разминуться, правильно, на одной. Получается, что на двух они могут нормально, без проблем налазить вверх, типа, и вниз. И тогда все будет в шоколаде. Как у нас тут продвигаются исследования? Ну, не ахти, конечно, но ок. Пусть потихонечку, типа, идет. Дезинфекция полным ходом. Внизу у нас есть еще немножечко воды. Я бы предложил бы уже... Хочется с вот этой лестницы как бы начать продолжение. И здесь мы поставим еще одну площадку. И тогда установим бутилятор. Потому что рыть просто, ну, различные ямы, как бы в этом нет никакой необходимости. Нужно поставить приоритет. Снова ставим на девятку. Вот это все выделяем. Вот так вот все это выделяем. Вот здесь все это закрываем. Пусть они все это красиво, быстро делают. Естественно, устанавливаем на картины по приоритету. И что можно сделать еще? Больше типа ничего. Здесь приоритет у нас стоит, кстати, на массажном столе. Не знаю, нахера я туда поставил. Наверное, потому что просто пытался проверить, как это все будет. Ну, у нас сон, ребят. 19-й цикл плавно переходит в 20-й. Можно спать. Можно немножечко поспать.
Но когда закончится вода, боюсь, закончится жизнь. Поэтому воду вот эту мы будем добывать только тогда, когда закончится вот эта вода. Хотелось бы, конечно, найти другие пути отступления, но пока ждем. Пока переживать не стоит. Поэтому работаем на ускорение. Хорошо, движение пошло. Достроили они здесь стеночку. Здесь пошла движуха. Вообще полным ходом. Все красиво, все красиво, все очень быстро. Уборка, уборка, друзья, уборка. Тоже не забываем про уборочку. Картинка пошла рисоваться. Давайте посмотрим, что у нас тут по декорированию. Скоро будет зелененькое, скоро все будет красивенькое. Зачем я сделал скриншот, хер знает. Мне необходимо... Мы решили с вами поставить обеденный зал. Да? Вроде бы, как будто бы. Еще остается общественная уборная. Это голубой цвет. Я не знаю, куда ее ставить. Возможно, где-то с вот этой стороны она, кстати, будет. Может быть, сюда мы что-то будем... Какую-то яму сделаем. Будем сюда что-то сливать. Пока что переживать не стоит. Так, обеденный зал. А что нам необходимо для обеденного зала? Значит, мы можем зайти в мебель. Обеденный стол. Устанавливаем его где-то, наверное, вот так. 1, 2, 3. Пусть будет пока 3. Сейчас посмотрим, в какую, собственно говоря, зону у нас это все превратится. Потому... А потом, если чего-то будет не хватать, там напишется, что вам не хватает того-то, того-то и того-то. Мы все это будем доставлять. Вот это будет офигительно. Так, по приоритету. Ставим быстро, чтобы быстрее все это окрасилось. Вы, Гаврили, их нельзя задрачивать этим приоритетом, потому что они быстрее тогда по стрессу идут. Но я могу себе это позволить и буду это делать. Здесь пока все хорошо. По 1%, но массажный стол никто не отменял. Они будут им, естественно, пользоваться. Так, здесь один холст готов. Давайте, ребятки, шустрее, быстрее. Вы же можете. Ну почему вы так долго здесь... работаете. Вот я специально не доставляю задние стенки, потому что мне интересно, что туда еще придется доставлять. Понимаете? Там у нас, кстати, холодильник изготавливается. Так, один стол готов. Второй, третий готов. Смотрите, они, кстати, все, ребят, соединяются. Но нам необходимо поставить еще и четвертый стол. Давайте посмотрим, в каком цвете. Да, ребят, зона окрасилась в желтый цвет. Но теперь нам нужно что? Критерии комнаты. Один стол, без индустриальных построек. Минимальный размер 12 блоков. Максимальный бонус для уменьшения стресса. То есть, если они будут сюда приходить хавать, то у них все будет вполне себе неплохо. Значит, поставим сейчас еще один стол. Да, давайте, наверное, вот сюда. Пусть будет еще один стол. Дальше у нас будет еще холодильник. Я так думаю. Который делается где-то у нас здесь в станции исследования. Но это очень долго, кстати. Почему-то мне не нравится, как это все работает. Этим занимается у нас Ада. Ну пусть занимается, как бы, я типа не против. Так, здесь я смотрю, полным ходом идет декорирование. Все зеленое, и вот здесь тоже что-то установим, тоже пусть будет зеленое. Ребят, пока живем, пока все красиво, чики-бомбони. Что у нас с кислородом? Все голубое. Вы написали, что много у меня, значит, террариумов водорослей, и один нужно убрать. Ребят, ну что такое одна штука? Я наоборот запасом сделал, дело в том, что у нас теперь уже 4... дупликанта, и мы будем звать себе еще. Не стоит переживать, мне кажется, по этому поводу. Все вполне себе неплохо. Так, приоритет сюда устанавливаем тоже 9. И нужно будет разобраться еще с вот этой вот херней. Миксер микробов, рецепты. Можно установить его туда. Туда, куда? Сколько он занимает вообще у нас ячеек? Целых 2. Я установлю его, наверное, где-то вот здесь с краю, чтобы было еще место, куда доставить столы. Еда. Ставим миксер микро... Электрогриль, кстати, у нас есть. Готовит улучшенную еду из рецептов, используя множество ингредиентов. Дубликанты не будут готовить, пока рецепты не доставлены в очередь. Пока сюда установим миксер микробов, для того, чтобы они там не мешались нигде. Я думаю, что так будет правильно. Что насчет провода? Что насчет провода и куда тебе вести? Я думаю, что вот отсюда
Ты у нас идешь вот в эту сторону. По идее, напряжение должно как будто бы выдержать. И поднимаем наверх. Ну а здесь, конечно же, нужно было установить приоритет, который я не установил. Но теперь я могу это себе позволить сделать. Вот так и вот так. Или подождите, или я все неправильно делаю. Вроде бы все правильно делаю. Но почему-то не отображается. Что-то я неправильно сделал. Ладно, будем ждать, когда они сами догонят, сюда это все установят. Так, мусорок. Вот, пошла проводочка у нас изготавливаться полным ходом. Но пока только в тех местах, где доступно. Видите, они в земле не хотят пока ее делать. Вот здесь сделали. Хорошо. Изготавливается у нас с вами миксер. Водичка уходит. Все, отлично, друзья. У нас есть с вами микробы. Нужно будет изучить, кстати, еще мукоеды. Но пока их нет, мы делаем, наверное, непрерывно мшистый батончик. Пока этого будет достаточно. Вот это все нужно будет с вами убрать. По приоритету, естественно. Я все правильно делаю? Они вообще должны все это поубирать. Или без приоритета? Давайте просто вот так уберем. А, с приоритетом все, вот уборка типа. Чё-то я не понял, как это работает, в общем. Но убирайте. Давайте, ребят, быстрее убирайте, потому что все это никуда не годится. Тут у нас все установлено. Все, ребят, уборка пошла. Уборочка пошла. Дальше будем продлевать этот зал, потому что нам нужно это делать. Что насчет электрогриля? Мне кажется, что нам тоже пригодится. Для этого нужно будет выкопать еще часть. Здесь тоже с приоритетом дело. Я хочу просто, чтобы все быстро делалось. А оно нифига не хочет быстро изготавливаться. Но тут вот девятка, кстати, почему-то не окрасится в тот цвет, который нам нужно. Что если я просто возьму приоритет? А, все, окрашивается. Просто тут, видите, разные режимы, и к ним нужно как бы приспосабливаться. Вот такая вот тема. Ладно, ничего страшного. Уборка идет. Смотрим, что у нас по кислороду. По кислороду все чики-бомбони. Вот только вот эти красные штуки, они не очень меня радуют. Но это все у нас что? Что это такое? Почему? Что это за желтая херня? Это нужно вытереть, убрать или что с этим делать? Не знаю, очень странно, что здесь стоит эта штука. Может быть, это какой-то провод у нас тут? Да нет, это не провод. Так, значит, вот эту фигню мы с вами отсюда убираем. Пусть они ее разбирают. Массажный стол мы отсюда тоже уберем, для того, чтобы было больше места. И у нас один как бы вот есть вместе со столом. Все хорошо, здесь все просто замечательно. Давайте, наверное, подускоримся. Декорации, давайте посмотрим. Да, все зеленое, но все портит вот этот вот красный туалет. Мне он, честно говоря, не очень нравится. И вот здесь вот тоже нужно будет устанавливать какие-нибудь декорации, чтобы стресс у них не повышался. Если мы перейдем сейчас в еду, мы увидим... А, все по нулям, ребят. Все, переживать как бы вообще нечем. Мы продолжаем с вами потихонечку выживать. Кстати, если вы хотите больше этой игрушки, чтобы мы вот пожили, многие там пишут, типа, чувак, ну ты выживи хотя бы 500 циклов, а потом показываю и объясняю, что здесь нужно делать. Мне кажется, это неправильно работает. Это, конечно, ваше личное мнение, но... Если я буду по 500 циклов выживать вне канала, то я, блядь, просто буду не успевать вести этот канал. Понимаете, в чем дело? Я выживаю вместе с вами, я пользуюсь вашими советами. Новичкам я что-то объясняю, что-то показываю. Где-то вы меня журите, где-то, наоборот, хвалите. Что маловероятно, блядь, потому что в основном журите. Но, видимо, к этому нужно будет привыкать. Так, уборочка идет. Что вот это за херня? Это знаете что? Это то же самое, что болты. Это, короче, типа остаются от их инструментов вот такие вот эффекты, типа, которые зависают. Их не должно быть. Я не знаю, может быть, попробовать как-то покрутить экраном, но... Короче, это ничего страшного. Вот я поэтому и не понял, что это такое было. Эта штука здесь исчезла, видите? А вот здесь еще осталась. Но она исчезнет, типа, со временем. Давайте установим здесь еще один блок. А лучше два блока. Так, ну кто там? Кто там покопать хочет? Че вы такие нехочущие, типа, копать? Пошла движуха полным ходом.
Здесь устанавливаем еще блок. И здесь устанавливаем еще блок. Сейчас мы будем здесь устанавливать еще гриль и всю остальную чепушню, которая нужна типа для столовой. По идее, это должно быть правильно. Вот эти штуки нужно подрезать. До сих пор висят в задачах. Юрец, ну как ты так играешь? Что с тобой не так? Выбираем копать. Выбираем вот здесь. Да, все в девятках. Все в девяточках. Хорошо. Вот здесь все в девяточках. Ну как бы ок, ребят. Живем. Живем, все красиво. Давайте глядеть, что у нас еще по еде. Тут есть коробка для еды. Я вот еще думаю просто, стоит ли... О, слушайте, а тут нам нужно что-то... Максимальный размер 64 блока. Нам что, нужно уже что-то ставить сюда? И получается, тут должны стоять только одни столы? Обеденный зал, один стол. Да вы гоните, какой нахер стол? Подождите, что, вот эту штуку нужно разобрать? А я уже здесь разобрал? Слушайте, а давайте попробуем разобрать ее. Наверное, слишком много места это у нас занимает, ребят. Сейчас оставлю их без еды, и будет нам тут вообще тру-ла-ла. Так, сюда устанавливаем пневмодверь. Поставим, наверное, приоритет девятка полностью все. Интересно, а станет ли оно опять желтое? И что для этого нужно? Сколько блока вообще туда нужно установить? Что-то у нас с кислородом там не очень хорошо, ребят. Вот здесь вообще проблемы. Жесткие. 21 цикл мы с вами живем. Да, все, она стала просто вот такой вот. Здесь мы заставляем все столами, но им теперь нужно установить где-то еще хавчик. Слушайте, может быть вернуть, но возле параши жрать, это как бы типа не вариант. Туалет, кстати, смотрите, у нас готов. Общественная уборная, она типа отдельная. Я предлагаю ее тоже расширить и поставить больше унитазов и больше раковин, для того, чтобы все было замечательно. Но пока этого не происходит. А, у нас все, все отлично. У нас появилась вот эта тема. Давайте я поставлю сюда все-таки еще миксер микробов. Пусть они кушают где-то здесь. Это должно быть правильно. А пока займемся с вами чуть-чуть туалетом. Будем с вами выкапывать с приоритетом 9, естественно. Вот так вот. Отлично. Что у нас по приоритету? Да, все в девятках. И вот тут тоже с приоритетом установим вот такую вот тему. Все, будем устанавливать еще немножко туалетов. Так, давайте миксер микробов делайте побыстрее. А мы пока разберемся с декором. С декором все хорошо, все зеленое, друзья. Вы только посмотрите, как красиво это все у нас выглядит. Они здесь будут кушать и, естественно, производить немножечко еды. Желтый отсек. Желтый обеденный зал. Общественная уборная. Общественную уборную нужно будет поставить еще где-то в каком-нибудь другом месте. Слушайте, ну живем, живем и развиваемся. Все вполне себе неплохо. Вот здесь можно вообще опустить лестницу и собирать весь вот этот вот урожай. Я думаю, это тоже будет правильно. Но для этого нужно опять нам немножко покопать. Вот так вот. Установить сюда еще один блок. И поставить здесь вот так вот лестницы до самого низа. Пусть они сюда ходят, я буду тогда их заставлять вот это все убирать. Приоритет, наверное, нужно установить еще на вот эти вот микробы. Давайте, ребятки, быстрее изготавливайте. Просто чисто интересно, будет ли она продолжать быть желтой или типа нет. Это очень важно, мне кажется. Тут уже, кстати, все сделали. Поставим сейчас подальше туалет. А может быть дальше прокопать, чтобы это все у нас лилось куда-то в другое место? Поставить два туалета или три туалета, может быть. Я думаю, два туалета будет достаточно.
Так, мебель, это неинтересно. Аптека, умывальник. А где у нас службы, да, отхожее место? Вот так вот мы все это устанавливаем. Вот так. В приоритет девятка. Давайте посмотрим, что у них по стрессу. Нормально, ребят, стресс под контролем. Я пока все контролирую. Все, туалет пошел изготавливаться. Так, как у нас тут дела? Вот это нужно еще выкапывать, получается. Давайте посмотрим. Миксер микробов они как бы сделали. Да, и все желтое, все отлично. То есть они могут нормально здесь жрать. Давайте поставим непрерывно готовить эту тему. И пусть кто-то из них готовит. А готовить может, походу, один чувак. Так, здесь есть у нас один туалет. Я сейчас разберу вот этот туалет. Приоритет девяточка. Поставим рядом и поставим два рукомойника. Да, пока все синее, ребят. Пока все красивое. Им надо больше туалетов. Ставим еще один. Приоритет девяточка. Давайте, ребятки, устанавливайте. Блин, нужно будет вот умывальник опять двигать. И умывальника нужно будет поставить аж целых два. С этой стороны. Больше я, кстати, поставить не смогу, потому что придется двигать стенку. Хотя, если убрать отсюда массажный стол, давайте мы его, наверное, разберем. Я смогу передвинуть стеночку и установить здесь все красиво. Так, как у нас там дела? Лестница, типа, продолжает у нас строиться. А водичка-то заканчивается потихонечку. Видите, в чем дело? Так, хорошо. Теперь давайте собирать урожай. Нам нужно вот так это все полностью выделить. Отлично. Давайте, ребятки, занимайтесь. Немножко у нас тут открылось. Ходит какая-то херня. Это морб. Бальзамная лилия растет. Морб - это кто вообще такой? Что он вообще может делать? Здоровье 25 из 100, температура тела 43,1. Морбов привлекают разлагающие души погибших организмов. Часто выделяют небольшие порции загрязненного кислорода. То есть нам, получается, нужно этот кислород чем-то очистить. Ну, типа как один из вариантов. Окей, я не против. Тут, кстати, сбор урожая потихонечку начался. Вот эту штуку мы с вами отсюда полностью уберем. И поставим два умывальника где-то здесь. Давайте разбирать. Ставим приоритет девятка. Ускоряемся. У нас идет 22 цикл с вами, друзья. Давайте посмотрим, что у нас по декору. Вот здесь, конечно, нужно чуть-чуть поработать, потому что водичка... Водичка перестает быть, к сожалению. Вот здесь нужно будет что-то сделать. Я бы сюда даже поставил какой-нибудь очиститель воздуха. Господи, смотрю на декор, говорю, очиститель воздуха. Все голубое, все отлично. Декорированием нужно заниматься. Юрец, не тупи. Перепутал кнопки. Значит, с воздухом все хорошо. Здесь голубенько. Ну, можно, кстати. Все равно можно поставить, и тогда все будет в шоколаде. А по декорированию, да, придется здесь еще что-то вешать. Хотя здесь пойдет дальше комната. Здесь пойдет, скорее всего, какой-нибудь гидропонный отсек. Мне так кажется. Что, кстати, насчет наших исследований? Так, вот это хорошо. Вот это хорошо, вот здесь все получается. Теперь, друзья, нам нужно поставить... Ой, господи, где ж ты там есть-то? Мебель, койка, массажный стол, все не то. Наука, службы, бутилятор, ручной генератор, провод. Где это говнище? Почему я его не вижу? Еда точно не то. Гидропонная ферма, кстати, вот нужно будет ее тоже достроить. Обеденный стол, супер ЭВМ, очистка, синтезатор удобрений, компост. Вот они наши умывальники. Ставим один вот сюда и второй вот сюда. Отлично. Здесь, собственно говоря, задаем приоритет 9. Возвращаем их на место. Чуть-чуть типа перестраиваем. Чтобы было два туалета, чтобы было два умывальника. Но видите, в чем проблема? Не загорается. А, отсутствует умывальник. Сейчас построится умывальник, тогда она будет синего цвета. Все, действительно, все точно. Все совершенно точно.
Давайте смотреть, что по стрессу. 0,9, 0,9, 1,0. Ну что, ребят, нужно готовиться к тому, что вода скоро закончится, и нам понадобится вот эта вода, а потом еще и вот эта. Придется все это дело добывать. Может быть, вот здесь мы спустимся, но здесь загрязненный кислород, к сожалению. С ним тоже нужно будет что-то делать. А вот сюда я, пожалуй, поставил бы какие-нибудь двери. Давайте мы, наверное, так и сделаем. Значит, устанавливаем вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ставим сюда дверь. Отлично. Я бы хотел задать сюда приоритет. Все в девятку. Отлично. Умывальники у нас изготавливаются. Вот это все выкапываем. Вот это все выкапываем. С приоритетом 9 все это выкапываем. И потом устанавливаем еще типа два блока. Делаем вот такой вот мосток. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы все говно сливалось вот сюда вниз. Я понимаю, что здесь урожай, растения и все в таком же духе. Но ядрить, колотить. У нас нет другого выбора. Пусть они носят хотя бы все сюда. Опустошитель бутылок. Так, достроили. Давайте сделать так, чтобы они руки мыли только на выходе. Так, что здесь нужно? Умывальник использует... А, все, все, теперь все хорошо. Что насчет уборки? Нужно здесь все убирать? Да, убирать здесь нужно много. Синяя зона. Все красиво. Так, Ари у нас делает еду. Что насчет мшистого батончика? Могу ли я его замутить? Два могу, ребят, два могу сделать. Но тогда нужно убрать вот эту штуку. Вот здесь можно уже установить мшистый батончик. И типа непрерывно. После того, как сделают мукоеды. Слушай, нормально получается, нормально мы с вами выживаем. Зоны разделились, голубая, две зеленых, четыре комнаты. И, кстати, там готов еще на свет появиться еще один дупликант, между прочим, которого я звать пока не буду. Вот здесь придется все это дело опускать. Но это мы сделаем уже, наверное, в следующей серии. С водичкой. Так, что насчет приоритета? Нужно ли нам здесь все задавать? Сейчас, ребят, пытаюсь разобраться, как это все работает. Да, делаем вот так и делаем вот так. По идее, должны построить. Все, движуха пошла. Дверь открылась, но зона по-прежнему остается синенькая. Сейчас они достроят мостик, поставят опустошитель бутылок, и все говнище будет сливаться сюда. Возможно, мы построим лестницу и будем сливать это еще куда-нибудь дальше. Но это типа не точно. Что у нас с кислородом? Все очень плохо, между прочим. Здесь-то зона у нас синяя, даже голубая, я бы сказал. Но вот тут все красное. Им приходится сюда выходить и... рисковать своими жизнями целая куча микробов. Но это не удивительно, потому что здесь у них будет выгребная яма. Давай, давай, дружище, доделывай. Доделывайте все красиво, доделывайте. Вот, готово. Уборочка идет. Помыли ручки. С едой все хорошо. Тут рожают мукоедов. Жесть какая. Жесть какая просто, вы только посмотрите. Им же нужно как-то питаться. Что у них со стрессом? У Девона, кстати, пятерка уже. А это все потому, что она где-то здесь тусит. Так, что здесь? Место строительства недоступно. Говно вопрос. Я поставлю еще один блок вот сюда. И поставим приоритет девятку, естественно. Давайте, ребятки, быстро доделывайте и установим эту хероту, чтобы все уже сливалось. Ускоримся, ускоримся. Давайте побыстрее это сделаем с вами, чтобы все красиво было. Так, готово.
Все, теперь остается только поставить опустошитель бутылок. Я-то ведь видел, что есть кран, и он направлен в эту сторону. А почему-то вот решил установить его типа на невидимый фундамент. Ну, так тоже пойдет. Все хорошо, ребят. Это будет следующее, то, что они сделают. Давайте исследовать дальше какие-то штуки. Мне сейчас просто нужны были лишние люди для того, чтобы все были задействованы. Контроль животных. Вот это, конечно, классно, но не классно. Давайте все-таки водопровод выучим, потому что это единственное. Хотя нет, управление электричеством еще остается. Но водопровод — это нужная тема, мы должны его выучить типа сначала. Но я понимаю, что вы скажете, что я скоро сдохну, нет воды, типа вот это все тут очень, очень печально, очень плачевно. Так, куда вы бутылки будете носить, что вы с этим будете делать, только для уборки? Это нужно вот так вот сделать, наверное, да? Только для уборки, только для уборки. Они же должны все это сливать, опустошают бутылки, отправляя жидкость обратно в мир. То есть здесь нужно будет, наверное, убрать. Вытирать-то как бы больше нечего. Слушайте, а что это за бутылка такая? Загрязненная вода. Хорошо, тогда мы сделаем уборку по приоритету. Все, давайте убираем. Вот бутылочки убирайте быстрее. Сюда устанавливайте, пусть это все капает. Я хочу посмотреть, как это будет работать. А мы пока посмотрим с вами декор. Ну, здесь все красное, нужно что-то срочно решать. Делать потолок. Декор минус 65. Может быть, свет сюда провести, я не знаю. Может быть, светлячка какого-нибудь поймать сюда. Кстати, посмотрите, здесь у нас светлячок летает. Это очень круто. Он дает прирост, типа, к декору еще. Так, загрязненная водица. Давайте мы с вами ускоримся. Вот здесь начинаются проблемы уже. Все пошли спать. Но ничего страшного, мы подождем, когда они поспят. А, один еще. Переработался сверхурочно, типа в три смены с фонарем и с граблями. Не успевает добежать, ребят. Ну все, хорошо, Девон потихонечку лечится, у нее там с декорированием все достаточно неплохо, а стресс падает, уже 3%, упадет скорее всего до 2%, а может быть даже и до 1%. До 2% упал, переживать не о чем. Так, когда будет уборка? Воду убирайте, чтобы все красиво было, ребятки, ну не тупите же вы, ядрить колотить-то, а? Господи, сортиры такие стрёмные. Слушайте, а может быть я неправильно настроил этот бутилятор? Нужно установить вот так это все. Только для уборки всей и жидкость. Наверное, вот так вот нужно сделать. Давайте попробуем. Не знаю, они пока только мусор типа убирают. Различные породы. Здесь вон груша, кстати, лежит. Ее кто-нибудь захавает, чисто интересно. Ну подхватите же вы бутылочку, ребятки. Нужно ее выбросить, наверное. Что там с сундуками, кстати? Практически полные, ребят. Вот сколько будет стоять эта сраная бутылка? Я, наверное, что-то неправильно делаю. Опустошить прямо здесь, да? Нет, нам... А, вот, все, они вставили бутылку, и у нас потекло все это вниз вот сюда. Смотрите, кстати, очень много с бутылки вытекает. Почему-то прям такая жижа образовывается. Но бальзамная лилия, рост остановлен, атмосферная температура. Мы просто сливаем говнище на цветы, на красивое что-то в буквальном смысле этого слова. Но, ребят... Я должен как-то выживать, я должен понять, как работает эта игра. Давайте посмотрим, что у нас по зонам. Здесь ничего не поменялось. Смотрим по кислороду, все симпатично. Смотрим по декору, достаточно неплохо. Не считая туалета, нужно будет чуть-чуть исправить ситуацию. Вот здесь повесить еще одну картину, скорее всего. Все нормально, ребят. 23-й цикл потихонечку у нас проходит. И я думаю, что мы на этом будем с вами заканчивать серию. Видите, опять вот такая вот штука здесь. Свечение, типа... Ну, почему-то залипает графон, блядь, в этой игре. Я не знаю, как это объяснить, но в этой игрушке, типа, это норма.
Я надеюсь, ребят, что вам понравилась серия. Если так, не забывайте ставить лайкос. Если хотите больше видосов по этой игрушке, не забывайте ставить, опять же, лайкос. Пишите об этом в комментариях, делитесь с друзьями, подписывайтесь на все каналы, все ссылки будут в описании. Паблик ВК тоже у нас имеется, не забывайте про него, уведомления, вот эти все колокольчики. С вами был Юрий Коц, а пока, мои хорошие, всем до новых встреч и до новых видео. Скоро мы обязательно с вами, конечно же, увидимся.